Подошел знакомый, говорит, там тебе каштанчик упал. Вот. Я такой, сильно, он нормально. Заднюю часть разбило стекло, помял багажник, дворник оторвало. Ну, короче, нормально так подбили. В этом случае, типа, мне сказали, что обращайтесь к тому, кому принадлежит дерево, и решайте с ним вопросы. Полный салон клиентов, людей. У меня на покраске тоже сидела женщина. Пришлось бежать в другой соседний магазин, просить досушить, потому что, ну вот все. Мы теперь без света. Я так понимаю, мы обращались к электрикам. Мне сказали, что света сегодня не будет. Звонил муж, сказал, что на нашу машину упало дерево. Мы работаем здесь рядом. Слышно было, у него просто окна кабинета выходят на сторону, мои на другую. Поэтому он услышал, как упало дерево, пришел на место происшествия, вызвали полицию. Вот минут 40 уже ждем полиции. Уже и я звонила, хочется домой. Погода такая, конечно, неприятно. На даний момент прийде слідствена група, зафіксує все, сфотографують, зроблять протокол. І після того, як енергосеть обісточить провода, потім ми будемо розпилювати дерево з повріжджених автомобілів.